Привет! Сегодня предлагаю приготовить картофельные яичные блинчики с сыром и зеленью. Очистите и промойте картофель. Натрите на крупной терке, отожмите от жидкости. Разделите на три части. Сыр также натрите на терке и тоже разделите на три части. Петрушку помойте, обсушите и мелко порубите. В небольшой сковороде разогрейте растительное масло. Выложите одну часть картофеля и равномерно распределите по дну. Жарьте на минимальном огне 2-3 минуты. В отдельную емкость разбейте яйцо и взболтайте вилкой. Вылейте на картофель, посолите, поперчите и жарьте под крышкой 4-5 минут. Аккуратно переверните на вторую сторону, накройте крышкой и готовьте еще 3-4 минуты на маленьком огне. На половину блина выложите часть натертого сыра и часть измельченной петрушки. Аккуратно сложите блин пополам и прижмите лопаткой. Накройте крышкой и готовьте еще 1-2 минуты, чтобы сыр подплавился. Также обжарьте остальные картофельные блинчики. Я желаю вам, как всегда, приятного аппетита, а перечень ингредиентов в описании к видео.